Центральной детской школе искусств прошла встреча сотрудников учреждения и родителей учащихся с представителями местного совета депутатов. Главной темой для обсуждения стали изменения, которые появились в области и в частности в Химках за время реализации программы Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Мы будем рассматривать тот программно-целевой метод планирования, который предусматривает развитие в том числе и культуры. ЦДШИ – самая большая школа искусств в Подмосковье. Здесь порядка 2500 учащихся. За время реализации программы Андрея Воробьева автономное учреждение продолжило успешно развиваться. Прошли и повышение заработной платы, все, что обещали нам. Нам оказана была и какая-то материальная другая помощь. Помощь и не только экономическая, но и юридическая помощь нам оказалась. Школа на сегодняшний день уверенно подходит к хорошему началу нового учебного года.